Недавно в Центральной городской больнице Каспийска благодаря спонсорской помощи компании «Виадук» был приобретен новейший аппарат эндовазальной лазерной коагуляции, где каспичане, страдающие варикозным расширением вен, абсолютно бесплатно получают квалифицированную помощь. Так, в больнице провели данную операцию Александре Леменковой, которая долгое время страдала от боли в ногах. Я давно хотела сделать, но проблема ехать в Махачкала, в чужую больницу, целая проблема. И мы с мужем все тянули. И вдруг он приносит мне газету от 16 августа, нашу родную газету «Трудовой Каспийск». И там так и написано: новейший аппарат делает операцию. Благодаря данному аппарату пациентка безболезненно перенесла реабилитационный период и сразу стала на ноги. Отметим, что такая практика широко распространена в платных клиниках и медучреждениях регионального масштаба. Сделали эту операцию, забинтовали, я сразу поднялась и пошла в палату, потому что операция долго длилась, 2 часа, но она стоит того, потому что у меня такие страшные были вены, прям узлы. После операции никаких узлов, ровная нога. Видите, единственное, только вот синяк остался. Но это мелочи жизни. Через 10 минут после операции Александра Ивановна уже спокойно передвигалась по стационару и, более того, обзванивала близких, страдающих подобным диагнозом, чтобы незамедлительно обратились в больницу. Кроме того, пациентка рассказывает, что и ранее обращалась к специалисту, но безрезультатно. Мы каждый год с мужем ездим в санатории Татарстан. И вот там мы делали, уколы делали. Вот. Различные были процедуры, но они не помогали. Эти вены нельзя было убрать, они настолько были выпуклые. Они мне мешали ходить, мне было тяжело ходить. Я уже, когда ходила, ногу буквально подволакивала за собой. Вот. А сейчас я бегаю по коридору, как молодая лань. По словам заместителя главного врача по лечебной части Каспийской ЦГБ Марата Дадашева, на сегодняшний день в Каспийске количество желающих провести операцию ежедневно растет. Есть пациенты, которые приезжают из других городов России. Операция у нас проходит, в принципе, все гладко, проблем у нас нет. После операционных осложнений у нас тоже нет. Желающих на эти операции очень много. В принципе, это ощущается. Сейчас и сезон, жаркое время года. Пациенты у нас бывают чуть ниже, именно хирургического профиля. Но с сентября мы начинаем набирать обороты. За последний месяц практически у нас ежедневно идут эти операции. К нам приходят не только наши каспичане, а также из соседних районов, из других городов. Стоит подчеркнуть, что за последние 3 недели было выполнено порядка 11 операций. Консультация с ЦГБ города Каспийска проходит ежедневно с понедельника по пятницу с 15:00 до 17:00.